Завершается строительство Дома культуры в поселке Горки-10. Уже закончены строительно-монтажные работы, благоустройство территории, завершена сборка и расстановка мебели. В здании разместились большой киноконцертный и спортивные залы, помещения для занятий музыкой и хореографией, выставочное пространство. Всем этим будут пользоваться жители, в том числе ученики соседней школы. Новый культурный центр охватит весь 10-тысячный поселок и окрестности.